Уже более 6 лет актеры театра «Самарская площадь» проводят благотворительные спектакли для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз в преддверии Дня знаний юным зрителям представили спектакль «Айда Щука» по мотивам сказки «По щучьему велению». Это проводится на регулярной основе, разные мероприятия и для разной аудитории людей с ограниченными физическими возможностями. Это и благотворительные спектакли для взрослой аудитории, это и какие-то тематические для них вечера, это и детские мероприятия. Каждый ребенок имеет право на счастье, на радость, и мы, как люди, не посторонние, не равнодушные к детям с ограниченными возможностями, пытаемся сделать их жизнь, может быть, чуточку лучше, краше, чтобы им было теплее, веселее, чтобы они почувствовали себя уютно среди друзей, к которым они приходят. К 1 сентября сотрудники городской организации инвалидов готовят 3 больших мероприятия для детей с особенностями здоровья в Театре кукол, во Дворце ветеранов и в Театре витражи. Вот такие мероприятия, где мы можем дать возможность пообщаться, посмотреть красивый, интересный спектакль и просто подышать воздухом, получить удовольствие и моральное, и душевное. Мы даем возможность и детям, и родителям сменить 4 стены на общение. Это очень важно. Блинчиков! Со сгущеночкой! Ой, со сгущеночкой! Это развитие, конечно. Мы сказки читаем, они знают, а посмотреть воочию – это очень интересно для детей. У них впечатления, они потом рассказывают, глаза вот такие. По окончании спектакля каждый ребенок получил памятный подарок. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.